С 25 ноября по 3 декабря в муниципалитете пройдет множество благотворительных мероприятий под общим названием «Неделя доброты и щедрости». Помимо продуктов питания и товаров первой необходимости, остро нуждающимся жителям муниципалитета решили подарить также красоту и здоровье. Об этом позаботились местные предприниматели и торгово-промышленная палата. Салон красоты «Марафет» не первый год принимает участие в акции «Неделя доброты и щедрости». Сегодня здесь будут дарить красоту абсолютно бесплатно. Лиля, что мы сделаем сегодня вашей гости? Мы сегодня нашей гости делаем стрижку пикси и стильную укладку, чтобы она почувствовала себя молодой, красивой и здоровой. Получить новый модный образ в подарок могли люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи и другие социально незащищенные жители муниципалитета. Сегодня мы в одном салоне разделили часть, там, где придет, это и пенсионеры, и многодетные семьи, а детишек, которым трудно ходить, мы будем обслуживать в другом салоне, там первый этаж, и будет удобно, кто на колясках. А это очень-очень маленький вклад, но мы будем хотя бы его стараться внести. Больше всего акция ожидаемо понравилась женщинам. Можно было полностью отдаться в руки мастера, либо креативить совместно. Что вы хотите сейчас? Вот, чтобы... Кудряшки сделать. Ага, кудряшки сделать, укладку, так. Чтобы быть красивой, модной. Чтобы всем мама рада, что я красивой буду. Очень хорошее ощущение. Я так благодарю эту девочку, умница. Она действительно мастер своей дела. Всем участникам акции на прощание вручили памятные подарки. Мы очень вам благодарны, нам очень понравилось. Мы вот, это дочка моя, я будем ходить, я надеюсь, с семьей сюда. Очень хорошие мастера. Очень хорошая помощь для меня, как для многодетной мамы. Мне как раз нужно было сына подстричь. Вот, ну, очень замечательно, мы попали в такой вот салон, очень уютный такой, интересный, вот, ну, очень довольны. Мне все понравилось, этим было круто. Словом, после такого приема равнодушных не осталось, и все гости, помолодевшие, похорошевшие и веселые, пообещали прийти сюда снова. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.